Оборудование для поиска людей, оказавшихся под завалами, планируют закупить в Алматы. В список спецоборудования вошли георадар, микроволновый радар-обнаружитель, а также видеоэндоскоп. Ранее на сайте государственных закупок опубликовали лот на приобретение 5 радаров. Стоимость одного такого прибора составляет почти 11 миллионов тенге. По словам спасателей, приобретение спецоборудования запланировали еще с прошлого года. Это необходимо для укрепления материально-технической базы. В настоящее время казахстанским сотрудникам МЧС доступно несколько типов гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Их используют для подъема упавших бетонных плит, изготовления опор и резки железа. Аварийно-спасательные аппараты гидравлические. Они используются при ДТП, при завалах, при подъемах каких-то грузов. Это уже нам закупили. В дальнейшем будут закупаться радары, эндоскопы. Это для поисков людей в труднодоступных местах, то есть при лавинах, при селях, при завалах, при взрывах всевозможных. Все для этих целей.